Привет, ты меня поймал. Я приехал на ВЛЭК. То есть, в принципе, 10 минут есть, но больше не могу. То есть ты имеешь в виду про татуировки, да? Слушай, вот диапазон твоих вопросов как бы не перестает удивлять. Но смотри, мое личное мнение, конечно, я против татуировок. Я думаю, что это все-таки такое импульсивное какое-то желание, немножко неподходящее профессиональному пилоту. Но не важно, что я думаю, я вот тебе скажу про правила. Да, в авиакомпаниях есть правила ношения одежды, формы, есть правила по внешнему виду пилотов. И там сказано, что называется это Flight Operations Manual. И там сказано, что если у человека есть татуировки, то нужно носить такой стиль одежды, чтобы эти татуировки не были видны или замечены customers, пассажирами. То есть бывают такие ситуации, когда у людей, ну, знаешь, бывшие военные или что-то такое, спецназ какой-то, там вот такие мощные есть прямо вот по, не только под рубашкой с коротким рукавом, но и вот прямо на предплечьях, на руках, да, на кистях рук иногда. И это, в принципе, запрещено. То есть, получается, вот эти ребята должны носить рубашки с длинными рукавами. Летом все-таки большинство Соединенных Штатов погода теплая, летом жаркая, и вот большинство пилотов, конечно, хотят ходить в рубашках с коротким рукавом для комфорта, естественно. А вот этим ребятам приходится носить рубашки с длинным рукавом, чтобы закрывать вот там плюс 30-35 жара. А ему вот приходится носить длинные рукава. Ну вот, есть такое. А вообще, слушай, есть такой момент психологический, да? Вот, зачем молодому человеку набивать татуировку? Вот какая мотивация? Но если у них спросить, они говорят, просто хочу и все, хочу и все. Я свободный человек, мне нравится самореализация, я вот хочу татуировку. Но на самом деле, если копнуть поближе немножко, все-таки это, ну, какое-то стремление выделиться и получить, может быть, уважение, особенно при первом знакомстве, немножко повыше, чем кто-то другой получит. Я всегда говорю, я вот епископом служил, когда в церкви с молодежью работал, очень много, очень тесно. И я вот им всегда говорю, ну, если вы хотите уважения, но вы делаете то, что вам принесет уважение. Это знания, это навыки какие-то, это социальная адаптация. То есть нужно быть человеком, который замечает других вокруг себя, да, который, так скажем, делает добро, да. Такие люди, они выделяются из толпы, они всегда в почете. Человек, у кого хорошее настроение всегда. Нужно учиться, как бороться со стрессом, как себе контролировать свое внутреннее состояние, чтобы видели люди, что ты действительно счастливый человек, спокойный человек. Вот за это тебя, вот этим ты и будешь выделяться, за это тебя будут уважать и хотят стремиться с тобой поддерживать отношения и познакомиться с тобой. К чему вот эти вот молодые люди и стремятся? Понимаешь, вот набить татуировку, чтобы все, о, здорово, здорово. А если у всех татуировки, то это как бы, да какая мне разница, что там у тебя набито? Мне вообще не интересно это. Понимаешь, вот я недавно парился в бане и в спортзале, да, там небольшая такая баня. Заходит парень, у него, 20 лет, но у него все исколото уже везде, все исколото. И я заметил на краю вот руки ядерный взрыв, и летит самолет. Вот что мне привлекло внимание, летит самолет,
Я у него спросил, ну, чистое любопытство берет, подскажите, что вот у вас за история с этой татуировкой. Он говорит, ну вот, ядерная бомбардировка, это такая ужасная штука, и я вот за мир, и поэтому вот хочу высказаться всему миру, что ядерная бомбардировка – это ужасное дело. Но это понятно, что ужасное дело. А я смотрю самолет, он говорит, вот с этого самолета сбросили бомбу на Хиросиму в конце Великой Отечественной войны. Это, безусловно, величайшая трагедия человечества. И я эту тему не беру. Я просто... Мне было интересно, какая мотивация у человека была. А я потом присмотрелся, а самолет другой, Boeing 17, то есть летающая крепость, B-17, обомбили Токио, естественно, было это B-29. И я думаю, сказать ему, не сказать... Сказать, не сказать, сказать, не сказать. Но в конце вот как-то вырвалось у меня. Я говорю, самолет B-17. И так он расстроился, что его вот этот накольщик обманул и наколол ему не тот самолет. Понимаешь, такая у него депрессуха поэтому получилась. Я пожалел, что сказал. Вот. Но вот это вот одна деталь, мотивация, чтобы нравиться людям, это, по-моему, неправильно. Чем больше у всех татуировок, тем эта мотивация ниже, ниже, ниже должна быть. Второй момент. Если люди интересуются авиацией, и если у них есть мечта стать пилотом, как только первые шажочки человек делает в этом направлении для этой мечты, ему никаких татуировок не надо. Понимаешь, в любой компании с любыми новыми друзьями, как только люди узнают, что ты пилот или пытаешься стать пилотом, с тобой и так все захотят быть друзьями. Ты и так станешь людям интересен, и никаких татуировок не надо. Вот понимаешь, у нас такое большое здание есть, штаб-квартира авиакомпании. И там, конечно, офисы всех, всего генерального вот такого состава. Генеральный директор, естественно, и все его замы, и все вот эти вот высоко-высоко оплачиваемые люди. Очень успешные, очень умные, бриллиантовые у них мозги и все. Я их всех очень уважаю, но дело не в этом. Понимаешь, вот когда проходишь по этому коридору и видишь окна, их стеклянные стены, да, стеклянные двери, видно в кабинет, и видно, есть окно и есть подоконник. Вот как ты думаешь, что на подоконнике у этих людей в огромном изобилии стоит, находится? Модели самолетов. То есть вот в нашей индустрии самые высокооплачиваемые люди, самые успешные люди, они вот эти модельки собирают, ставят, потому что прекрасней профессии, чем профессия пилота, в мире не существует. Поэтому я вот всегда молодежи говорю, вот в авиации, которая только начинает, в летных школах или где-то еще, я говорю, не уродуйте вы себя этими татуировками. Во-первых, нужно, чтобы одежда закрывала. Будешь ходить с длинными рукавами, себя насиловать каждый день. А во-вторых, ты же пилот. У тебя и так будут все друзья, с тобой и так будет интересно поговорить, с тобой интересно будет пообщаться. Тебе будут задавать вопросы, тебе будут проявлять интерес и так далее, и так далее, и так далее. Вот такой подход у меня к татуировкам. Естественно, из-за моей религии, я думаю, что вот мы верим, что наше тело – это все-таки храм для нашей души. То есть душа-то она вечная, приходит вот на эту землю, в мирскую жизнь через наши тела. И как-то уродовать тела насильно, не насильно, но по своей воле как-то смысл не имеет. Нужно относиться к телу, к своему здоровью, к своим способностям.
с огромным уважением, потому что это благословение от Господа, поэтому вот так. Ну и еще один есть момент. Человек доверяет, когда делает татуировки, он доверяет вот этим всем салонам, а татуировщикам, что их оборудование, как бы то ни было, как бы это ни звучало, все-таки иголка входит в кожу. И если там, ну, я понимаю, что минимальный шанс, но если там какая-то зараза на этой иголке, она так в человеке и останется. Гепатит С, пожалуйста, самая распространенная вещь. Мы доверяем медицинским работникам обращаться с нашим телом так. Но когда татуировщик обещает, что он действительно все очистил, и все красиво, и все обеззаражено, ну, для меня лично, чем меньше риска, тем, наверное, это правильнее. Вот. Они все-таки люди гражданские, они все-таки люди немножко не от этого мира. Они любят свободу, они, ну, художники часто, татуировщики, часто художники в прошлом. Они тебя уверяют, да не, все нормально, все ништяк. Вот напоминает, знаешь, у меня друг, парашютист, десантник, ну, долгая история, в воздушно-десантных войсках служил. Офицером был, закончил Рязанское училище, и вот он говорит, сейчас уже ушел на пенсию и изредка попрыгивает с парашютом вот в гражданском аэроклубе. Ну, говорит, вот от контраст отношения к парашютным прыжкам в армии и отношения к парашютным прыжкам, ну, вот в таких полухиповских гражданских дроп-зоны. И говорит, блин, приходишь, там какая-то, ну, он смешно так рассказывает, какая-то мартышка с длинными волосами похлопал меня по парашюту, по бокам, я к нему спиной поворачиваю, что он проверил, а он что-то похлопал, да все ништяк, все класс, давай, пошли. Я говорю, вот в армии, когда парашютные прыжки, когда есть старший, когда есть кто-то отвечающий головой за жизнь и за оборудование, там подход совсем другой. Мы друг другу доверяем жизни, мы друг другу поворачиваемся спиной, чтобы он проверил парашют. Вот он все внимание, там 2, 3, 4 там момента каких-то проверяет. А тут вот этот хипарь, весь исколотый наколками, да все, ништяк, поехали. И вот он говорит, больше прыгать не буду в гражданских драп-зонах. Вот. То есть, к чему я это все говорю? Не нужны вам никакие татуировки по этим всем многим причинам. Занимайтесь, осваивайте профессию. Получайте хорошие знания, летайте, все будет хорошо. Все у вас всегда получится. Никакого внимания лишнего не надо к себе притягивать этими татуировками. Все срастется, все получится. Ладно, я пошел. Пока. Ну да, если есть видимые, легко видимые татуировки, которые одеждой закрыть нельзя. Но это ну, ставит крест на карьере, не возьмут такого человека. То есть, когда пилот подает аппликацию, приезжает на интервью, мы с ним лицом к лицу разговариваем, и если вот у него, обычно люди носят костюм, белая рубашка, галстук, и если есть татуировки на шее, на лице, да, ну, может, где-то с задней стороны то же самое. То есть, если они не закрываются одеждой, мы такого человека взять не можем. То есть, ему отказывают в работе. Кстати, то же самое правило есть и у бортпроводников. У меня вот есть знакомая, она бортпроводник-рекрутер. То есть, они проводят интервью на работу. Также ездят на такие вот большие, они делают, что ли, день открытых дверей, что ли, какие-то концертные залы арендуют. И люди собираются, иногда даже сотнями, которым интересна такая вот работа, профессия бортпроводника. И там рекрутеры какую-то презентацию им делают, какие-то видео показывают. Есть
Большинство из них, конечно, это реальные бортпроводники, которые работают, какие-то вопросы, ответы. И вот люди в аудитории, кому-то не нравится, они уходят, кому-то нравится, они остаются, им прямо там на месте дают интервью на работу. И вот есть в этой команде рекрутеров специально такой человек, у которого вот задание, задача смотреть на толпу, и если у кого-то есть татуировки, легко видимые, то вот он делает отметку или она себе там как-то... фамилия, имя, ну или аппликация. И этим людям тут дают интервью, а потом им просто отказывают в предоставлении работы. Вот причину не указывают, чтобы не было никаких там непоняток, недоразумений. Это свободная страна, это не свободная страна. Что вы делаете, я буду судить. Просто отказывают в работе и все. То есть вот у проводников такое же правило. Не знаю, насколько у них там дисциплина с этим и насколько действительно в рядовых экипажах на линии работающие люди, насколько они действительно закрывают свои татуировки, но тем не менее такое правило есть. Вот. По крайней мере пока. Может в будущем что-то изменится, может в других авиакомпаниях по-другому, я не знаю. Я вопросом татуировок, я, честно говоря, не изучал, не занимался, но для кого-то, может быть, это серьезный вопрос и серьезная ситуация, поэтому вот так.